На Ринмарсе сияет по-новому. Накануне в окружной столице компания «Стройтех» презентовала свою продукцию – светодиодные светильники «Светогор». А уже сегодня один из них установили около дома номер 14 по улице Ваучейского. Он будет работать в тестовом режиме, чтобы в том числе и жители Наринмара могли оценить его преимущества. При производстве уличных светильников «Светогор» используются инновационные разработки, которые были внедрены совместно с финскими и американскими компаниями. По словам руководителя отдела продаж компании «Стройтех» Василия Воробьева, производятся светильники у нас в России. Они адаптированы для работы в условиях сурового северного климата. Если брать вашу обстановку, ваш уровень освещения улиц, это широкий пучок света, который освещает гораздо больше территории под столбами. Комфорт людей, которые будут пользоваться, да, всей инфраструктурой, которая появится. Также можно создать некую общую концепцию города, то есть не будет какие-то улицы желтые, какие-то белые, какие-то с пятнышками там, или еще какими-то вещами. Но в основном это общая концепция, и преимущество этих светильников в том, что они работают в климате и разработаны специально под северные климаты. Там в этих светильниках используются, в светогорах используются линзы финских производителей, а Финляндия в принципе очень схожа с нашими климатами. Пока светильники будут работать в тестовом режиме, чтобы каждый житель Наринмара мог лично оценить их достоинства.